Теракт в самом сердце Лондона. Одна женщина погибла, есть раненые. Нападавший застрелен. Огонь открыли рядом с британским парламентом. Сейчас весь правительственный квартал перекрыт и проводится спецоперация. Наш собственный корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко побывала на месте события буквально сразу после происшествия. Все произошло чуть более 3 часов назад. В Лондоне стреляли прямо на площади у входа в парламент. Оказалось, полиция отреагировала на мужчину с ножом. Нападавший ранил правоохранителя. Его самого полицейские застрелили. Предполагаемый террорист вылетел из-за поворота на Вестминстерском мосту. Его машина на большой скорости сбивала пешеходов. Пострадали 12 человек. Одна женщина позже скончалась в больнице. Сам нападавший врезался в ограждение, сумел выбраться из авто и даже зайти за ворота парламента. У входа по нему открыли огонь. Отходите, отходите. Дальше по улице, пожалуйста. И вот полиция не разрешает простым людям находиться вблизи места события. Всех просто отгоняют подальше. Люди, в принципе, с большим желанием уходят, но те репортеры, которые здесь находятся, все время спрашивают полицейских, в безопасности ли мы. Это действительно большой вопрос. В безопасности ли сейчас Лондон и его жители? Очевидно, что спецслужбы отреагировали молниеносно. Перекрыли несколько кварталов в центре города. Людей заблокировали в самом парламенте и офисах вокруг. Исследуют каждый сантиметр. Видимо, центр Лондона еще какое-то время будет оставаться перекрытым. Явно идет спецоперация, задействованы собаки, все подразделения полиции. Правоохранители ищут возможных соучастников, либо взрывчатку, либо что-то еще, что может повлиять на безопасность людей. Тем не менее, зеваки с интересом наблюдают за происходящим. В этом туристическом районе всегда без преувеличения толпы людей. Почему вы остаетесь здесь, в Лондоне, после случившегося? Мы не боимся. Не боитесь? Тут столько полиции, не опасно. Действительно, полиция и даже вертолет парамедиков прибыли на место происшествия очень быстро. Скорые были тут через 6 минут после вызова. Скотланд-Ярд и внутренняя служба безопасности МИ-5 за углом. Это одно из самых охраняемых мест Лондона, парламентская площадь. Здесь всегда очень много важных людей, политиков, туристов. И тем не менее, инцидент произошел именно здесь, в центре британской столицы. Большой вопрос, как могли правоохранители такое допустить? При том, что Лондон – город, который славится беспрецедентными мерами безопасности, а этот инцидент рассматривают именно как теракт. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».